5 по 8 ноября гостем Ульяновского дворца книги стал Ален Дюмюр, президент ассоциации «Дружба. Франция. Россия». В настоящий момент в ассоциации 100 человек. Многие вступают в нее из-за того, что Ален организует путешествия в Россию. Во время таких поездок они живут жизнью россиян, пользуются тем же общественным транспортом, завтракают, обедают в тех же столовых. О деятельности ассоциации, а также об одном из интереснейших регионов Франции – Шаранте, можно было узнать на встречах с Аленом Дюмюром. Также Ален Дюмюр представил проект «Карамзин в Париже 2016», который он подготовил совместно с отделом редких книг библиотеки. Более подробно о проекте Ален Дюмюр рассказал в эксклюзивном интервью. Ален, откуда у вас такой интерес к России? Кем или чем он вызван? И когда я был в Лицее, я путешествовал в России первый раз, было в конце 70-х годов, и там я был в России первый раз. И мне интересно, мне понравилось, и я решился изучать русский язык. Так я начался мой интерес для России. В Ульяновске вы презентуете свой проект «Карамзин в Париже». О чем он? Мой проект, это совместный проект с библиотекой. Это я покажу Париж сегодня, точно места, что Карамзин представил в его книге. Намного отличается Париж сегодня от того города, который увидел Карамзин? Можно сказать и да, и нет. Да, потому что Париж сегодня – это современный город. Но много есть еще зданий, памятники, что он увидел и что можно и сегодня видеть. Примерно есть площадь. Площадь, он пишет площадь, которая называется площадь Рояль. Сегодня это Плас де ла Конкорд. Сохранились ли те здания, где останавливался Карамзин? Да, сохранились, как есть библиотеки. Он говорит примерно о двух библиотеках. И сегодня эти библиотеки еще существуют. Вы намерены продолжить исследования о Карамзине во Франции? Конечно, я буду продолжать. Когда я вернусь во Францию, я буду объяснить, что здесь я делал, как я представил проект по Карамзин в 2016 году, и вот продолжение будет. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.